Лабиринт испытаний, что-то так не хочу проходить. Они мне что-то так надоели. Меня замучили. У нас еще кошмарный этот лабиринт остался. Вот это другое дело. Что-то слабовато это оружие на самом деле. Паром я лучше, конечно, сражаюсь. Все, не успела. Так, эти некроманты-сатанисты попёрли. Сейчас я обратно поставлю, мне не нравится это оружие. Сейчас посмотрим, что это. Это у нас двуручный топор. Хочу двуручный тоже прокачать, попробовать. Это продадим. Нужно вот здесь связки нам перековать. Тяжелый удар. Этим практически не пользуюсь. Вот так лучше сделаем. Расчетливый удар. А это тяжелый удар. Что-то камни вообще редко выпадают здесь. Тяжелый удар. Так, это мы что? Это мы топором, да? Пока топором. Двуручное оружие прокачаем, потом надо попробовать его. Не так, нет. Так, тупичок. А возьмем сверху тогда. Сначала пройти этот лабиринт испытаний, пока я далеко не ушла, он тут рядышком.
шахматная доска. Серебряные монеты выпал. Окейшки. Что мы тут планировали? Здоровье у нас, сердце, вон опять требования. Говорят, не соблюдены. Чего не хватает? Силы? Да. Так, прошли мы этот дурацкий лабиринт. Во сне, чтобы мне снился, не снился. А теперь нам надо искать зверя. А, это силовой удар. Надо удерживать. Вообще у меня не работает. Так, способность. Скажу я вам, еще если бы у меня был сокет со связкой красной, я могла усилить другим камнем, и тогда, может быть, еще как бы такой расклад меня устроил, но... Так как этой возможности нет. Два больших. Там. Как он в жизни? Да, их нет смысла собирать, я еще в прошлый раз поняла. Зря мы потратили силы, потом этого всего на выпадало. О, ларец первый. На нашу голову прекрасно. Да, вообще нет у нее никакого толку от этой способности. Сфера раскаяния возвращает очко пассивного умения. Бесполезно, это тяжелый удар. То есть в комбинации еще поставить. А так, ну, что-то ко мне не выпадает.
Ну, я не сильно в восторге от того, что я играю сейчас воином. Просто мы с вами лоханулись, и я выбрала стандартную лигу. И раз уж на то пошло, мне не захотелось заново все проходить опять охотницей. Хотя там недалеко я ушла. Не хотелось мне два класса одинаковых создавать. Но пускай остается на стандарт, все равно все переносится на стандарт. Посмотрим, что это вот здесь хорошего. Для новичков все они расхваливают. Они нас предупреждают, в смысле, то, чтобы нам быть на базе? Или что? Чтобы у нас не... А, если мы босса убиваем... Да-да-да, если босса убиваем и не успеваете его убивать, там все слетает, точно. Вспомнила, где-то я это смотрела или читала. Если на арене там кто-то сражается, чтобы не обидно было. Вот он почти его добил, и они решили запустить обновление, но они предупреждают. Им же нужно все-таки заниматься игрой, они же для людей или игроков это и делают. Синтарем, амулет какой-то. 25 к силе. Амулет редкий. В этих бочках. Вообще бывает что-нибудь, а? Полезное. Вот, тюремное помещение. Нашли мы его. Если тебя не убить сразу, ну так и будешь колдовать свою чернуху на нас. Скелет, ты обладаешь магией? Ничего себе. Чудеса какие раз чудесные. Так. Я тебе сейчас покажу, будешь тут колдовать скелет. О, ларец. Подойдите, мистер сатанист. У нас как бы тут ларец появился и еще один. Колдун, молдун. Нифига себе, сколько деталей доспеха. Слетело. Сейчас мы доберемся до тебя. Что ты думаешь, что больно? Мы по кругу что ли обошли? О,
Подождите, что это за сундук? Я прошла мимо тюремного помещения. А, мы здесь зашли. Меня чуть не убили. А, мне нужно здоровье повышать. А я на силу потратила. Может, туда, куда я продвигалась по пассивным умениям. Там сила требовалась. Так. А, вспомнила, почему варвара хвалили. Он быстрее качается, что ли, или что-то в этом духе ему больше дает опыта. Наверное, из-за этого. У меня такая сейчас мысль пришла. Хотя я что-то не сильно заметила. Мне наоборот показалось медленнее. Как ни странно, именно такой персонаж бы по большей части притягивал такую нечисть. Вот наш главный герой. Сам с собой дерется. Мир — это зеркало. Иногда то, что скрыто на подсознании, нам неизвестно. Связано с опытом души. Могут быть какие-то болезненные моменты. Ну тут не нужно глубоко копать, наш главный герой, у него все на поверхности. У него на морде лица все написано, какой он хороший человек. А я уж о других подумала. В общем, так, если обобщать. Ну что, у меня силу прокачивать, что ли? А, да. Мне здоровье надо. Угу. Сейчас, если мне драться с боссом, у меня здоровье нет.
Ого. Хорошо. Ну вот он здесь. Этот босс. Your brawn is about to meet its match, Brute. Give the warden my regards. Камера повернута. Still the Kurui barbarians advance upon us. Lionite is dead. His legion slaughtered along with every eternal man, woman and child from Lionite's watch to the foot of our axiom. Should the need arise, we shall retreat through prison's gate, raising my barricade behind us. Yet our salvation is at hand. Foul times demand heroic deeds, and through my arts, our Lord Brutus will arise anew to defend us. May the dry sands quench their thirst with Karui blood. Может, сопротивление холоду не просто. Judgment upon them. Он не холодом ли бьет? Я не помню. Вполне возможно. Я здесь зашла. Как это получилось? Я по кругу обошла, что? Сюда как раз и надо идти. Кстати, на всякий пожарный.
Я, видимо, его быстрее убила. Могу так сказать. Это не значит, нечего взять-то даже. Надо нам все красное, блин. Удар щитом, что ли, попробовать? Это тоже хорошее. Прыгает и носит урон врагам. Попробую взять для щита камушек. Stay sharp out there. Welcome. Давай свое пророчество. See you soon. They flee from the eyes of Oria, coated in gold from head to toe. Врата с ключом. Значит, надо завершить игру. Ребят, благодарю за просмотр. Всем пока.